меня в руках роульс для якорной цепи, и о нем хочу вам рассказать. Роульс на лодке необходим для того, чтобы работать с якорем, якорной цепью или канатом. Его задача направлять цепь на лебедку и обеспечивать беспрепятственный подъем ее из воды. Роульс полностью выполнен из нержавеющей стали. Имеется 5 отверстий для крепления. Крепежа в комплекте нет. Есть вот такой вот фиксатор цепи. Барашек выполнен из пластика. И ролик. Давайте спустимся в магазин, и я попробую вам показать, как он работает. Сначала мы возьмем цепь диаметром 10 мм. Как вы можете видеть, цепь не подходит, не ложится в желобок и также не проходит горизонтально. Цепь 8 мм. Как вы можете видеть, она идеально подходит. И цепь 6 мм. Она тоже очень неплохо подходит к данному роульсу. У данного роульса есть стопор. Вам необходимо вот так зацепить, подтянуть болты и опустить барашек до необходимого уровня, чтобы он зафиксировал цепь. Надеюсь, у меня получилось показать вам принцип его работы. Если вам понравился этот роульс, заказывайте.